Привет, привет, мои дорогие. В общем, я на базаре. Мираба. Хайдер, hello. Чего только не... Вот как вот это могут продавать, вот это старье? Кто-нибудь покупает это такое? Это, мне кажется, это все, короче, это с мусорки, наверное, я так думаю. Так, здесь есть штанишки спортивные. Футболки. Футболки 30 лир. Ну, такие футболки можно было по 15 написать. Или по 10. Носки. Куча мала. Носки 4 штуки 10 лир. Здесь кто любит сажать всякое, всякое. О, смотрите, что здесь я увидела. Вот я говорила, которые они такие удобные очень. Çaydanlıkta var mı size demlik, takım? Здесь все для... Как это называется? Сейчас скажу. Пылесоса. А вот. Это ручки. У кого что сломалось, пожалуйста. Здесь коврики. Ой, какой красивый коврик. Симпатичный. Только что-то по краям белый-белый. Это что такое? Обгрызан. Вот этот красивый цвет. Так, смотрим здесь. Для цветочков табуреточки такие сладкие. Ха-ха. Смотрите, продают. Так, что здесь есть? Вон, эти. Мама просила все, эту коляску для рынка тоже есть. Это чтобы для рыбы жарить. Так, ну в общем здесь столько всего, всякой мелочи. Ой, какая табуретка. Прям для мини. Вот, пожалуйста. Такие страшненькие, если честно, жесть. Ну, та беленькая, если. Нет. Я заказала маме через этот Trend Yol, что ли. Откуда-то. Заказала, в общем, и пришло. Намного, конечно, лучше, чем вот это. Ой, вот шаровары турецких женщин. Смотрите, вот такие штаны они любят носить многие. А вот. Шалвар называется. Носки зимние. Летние. Давайте посмотрим. 4 штуки 10 лир. Вот такой рынок. Купила только юбку. 3 штучки. Не знаю, что буду делать, девчонки, посоветуйте. Ой, что можно
сделать. Такая лентяйка, вообще ничего не хочу делать. Вот мечеть здесь. Это соль белая, как снег. Здесь была куча соли, и они отсюда брали и раскидывали вот на эту нашу дорогу главную. И вот так вот остаток остался, в общем. Дорога к рынку есть, там другая. Ну, вот это вот она как-то поближе. А сейчас вот, представляете, туда наверх, да, лезть? Это же вообще ад просто. А вот здесь у нас вот так вот. Вот здесь мечеть и вот там мечеть, видите? Вот такие вот долины, как бы, или как их там сказать, луга, поля, да? Ой, вот, люди в масках ходят даже. Интересно. Цветочки. Вот такая красота. А мне надо идти. Вот мечеть красивая. А мне надо по этой дороге идти вверх к себе домой. А вот там магазин. Маркет Юнус есть. Там рядом и заправка. Вот. Дома я делаю шурпа. Вы меня поняли, наверное. Этот наш, да? Наш обычный. Мясо варится. Мясо варится, и знаете, вкусно получается, когда закидываешь ногут. Вместе вот это все варится. И так вкусно потом этот, ну, это все вместе. Туда зелень нарезать, зеленый лучок уже, когда будет готово. Реально вкусно. В прошлый раз я как-то делала так. Так понравилось мне. Вот. Хочу сегодня тоже так сделать. Сейчас там возьму пиццу маленькую и домой потихоньку. А, еще хотела в БИМ зайти. Думаю, зайду, посмотрю там. У меня заказ есть. И вот что-то думаю, может быть, там посмотреть. Там цены все равно подешевле. И много чего бывает. Вот. Мечеть, смотрите, красивая. Вот, дошла я до магазина Юнус Маркет. И вот здесь заправка. А там у нас как бы такой-то центр, да, считается, скажем так. Там есть много чего, очень разные магазины, все-все-все. В общем, есть все, что хочешь. Вроде такое небольшое, но есть все магазины, разнообразие такое большое. Там же есть кафетерий, сладости продают, и там же есть домино, спица, в общем, как его там, ну, все, и почта там, кстати. Вот. Здесь цветочные открыли. Цветочки опять. Везде цветочки. Симпатичные такие вот. Смотрите. Красота. Это такси дурак. Такси дурак. Вот как-то так. Даже трактор хочет, чтобы я видео сняла. Надо же. Откуда он появился? Не было такого чуда здесь. Мойка, автомойка. Заправился, раз помыл снаружи машину и дальше. Вот доминос.
здесь вот так. Вон там почта, я хожу. Иногда оттуда отправляю. Мелочки заказывают. Но в основном с Кызылая. Там не очень все добренько. Вот. Такие пиццы есть, в общем, возьмем одну пиццу. Решила взять, там у меня же шурпа есть, что-нибудь такое вегетарианское, в общем, вот такое. Мирвалар, ассасангас, мои дорогие, всем большой привет, майдер хелло, эйт мабарек. Байрамыңыз біле, байрамыңыз құтлы болсын. Мои дорогие, всех поздравляю с праздником Оразу Байрам. Желаю всем здоровья и всего самого хорошего. Покушаем с вами Джанарым, Джаным Истеди Чураева, хэмде Азаджик Знаменский. Чураева, Знаменский. Я извиняюсь, был звонок. Переорат это. Чураева. Девчонки, Чураева и Знаменский, попробуйте. Сейчас встали блинчик с орелой. Садину или бока бережется вас. Вчера его мало остается. Mm-hmm.
Очень вкусно. Видите, у меня на продажу бунларный сатвер. Bir kadın bana yazmış. Kirli bardakta içiyorsun diye. Nasıl kirli olacak? Bu kirli değil. Sadece bardak tebeşir ya kirli olabilir. Kirli ve tebeşir o kadar seviyorum ki kirli olabilir mi? Bazen yazıyor düşünmeden yani bir şey bana. Bir azıcık düşünseydim. Umarım öyle yazmazdı. Her bir içiyorum. Burada o zaman 10 tane bardak olmalı. Yani hepsini doldurmalı değil mi? Sonra içeceğim. Nasıl öyle bir şey olabilir? Znamiz ki. Tekrar Znamenski canım istedi. Znamenski. Вкус немножко схож. Но по структуре разные. Угу. По вкусу есть схожесть. Извиняюсь. Супер. Hepsini yuttum. Hepsini. Çurayva Znamenski isem her zaman yutuyorum.
Türkiye tadılarını çok seviyorum. Vay, нарисовала. Усики. Очень вкусно. Очень. Просто. Я бы это все съела. Вот честно. Просто мне очень нравится этот сорт. Ну, если бы как раньше я не думала бы о здоровье, я бы все съела. Все бы проглотила. Ну, немножко подумаем о здоровье, да? Ну, теперь кто не любит, когда я разговариваю, я буду немножко разговаривать. Бунмарин сатвёру. Дуйдум. Тады. Önce olsaydı, önce ben çok yiyordum. Bir günde 1 kilo yiyebilirdim. O kadar yani durmadan yiyordum. O zaman da düşünmedim ki sağlık olarak. Hiç. Şimdi biraz düşünüyoruz. Девчонки, я раньше могла съесть целый килограмм в день. Представляете? Вот просто. Целый день ходила, я не знала, что... Ну как, даже не задумывалась о том, что это очень вредно. Вообще не задумывалась. Ну как вредно? Оно так в больших количествах, не, ну, может быть и вредно, но в маленьких количествах, я думаю, что не вредно вообще, если честно. Это лично мое мнение. Потому что я знаю, что даже при некоторых заболеваниях желудка, да, дают мел порошковообразный, разбавляется стаканом воды, и это пьют. Я не помню, у кого... Я не помню, но я помню, что у моей сношенницы брат пил вот меловую смесь. Угу. У него проблема с желудком. Это вот врачи выписали ему такое. Поэтому я не думаю, что это вредно вообще. Не знаю, лично мое мнение. И, ну, может быть, на гемоглобин, я не знаю, действует или нет. Ну, всяко может быть, конечно. Ну, я вот ем с 17 лет. Не знаю, как-то... Мне кажется, нормально. Единственное, что вот, например, с глиной тяжело ходить, да, там, кое-куда. А так, ну, я не люблю... Ну, как, я ем глину, но я же мелоед, вы знаете, да? Вот, и кушать с 17 лет я ела... Я где-то не ем 4 года, наверное, уже в таких количествах. А до этого я всегда ела килограмм, около килограмма в день я съедала, да. Мне не хватало прям, мне даже не хватало. И у меня не было стопа, и мама как-то говорила, ой, красавица. Мама говорила, что ну нельзя туда-сюда, ну, когда есть желание, никого не слушаешь, да, вот эта вот потребность. Я ела. Ела вообще и днем, и ночью. У меня рядом всегда была коробочка и постоянно ела. Сейчас я уже так не глотаю. Сейчас я бы вот это все съела и все бы проглотила. Даже сейчас, потому что у меня вот прям что-то я такая голодная на мел стала в последнее время. Не наедаюсь. Прям вот... Через каждые 2 часа или час хочется есть. Но я воздерживаюсь и ем в день 1 раз только. Вот. Иногда сильно, когда приспичит, могу пойти укусить там немножечко. И все. Вот. И насчет просьбы. Там подписчица просила описание Аделина, да? Показать свои запасы и... описать и пробовать и рассказать, что откуда я получаю, откуда я заказываю, как получаю. Ну, это, наверное, мой маленький такой бизнес, и я не могу это все рассказать. Единственное, что откуда я заказываю, я вам говорю, это
Кыргызстан, Россия и Украина. Вот. А как уже привозят, ну, это уже мое как бы такое, да, личное. Привозят. Вот. Не такие карпы, которые частники. И некоторые через Facebook знакомые. Знакомишься, там просишь, привозят некоторые так. Ну, в общем, по-разному, как получается, как получится. И я вам говорила, что придет, там у меня был заказ глины. В общем, через границу не пропустили. Там у меня было 10 килограмм глины и 5 килограмм мела. Да. Они пропустили. И сейчас теперь то же самое. Переправлять буду в другой город, в другую страну, и оттуда уже сюда. Вот. Ну, вы представляете, да, как это дорого до меня доходит. Просто говорят, что дорого я продаю, но я недорого продаю. Нормальная цена. Может, кто-то... А, есть, может быть, люди, которые подешевле продают, я не знаю, но я знаю, что через камазистов тоже заказывают, оказывается, привозят им. Сколько заряжают камазисты, я не знаю. Это с Казахстана есть такое движение. А потому что у меня одна женщина знакомая есть в Инстаграме. Кстати, там я писала перед этим видео, да? Вот. Мой Инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Вот. Кто здесь, да? Там продажа, как бы уже там идет переписка. Относительно продажи, вопросы туда-сюда, кто не хочет на WhatsApp писать. Вот. Так что подписывайтесь. И хотела сказать, что вот эти камазисты привозят глину с Казахстана и мел. Но говорят, у них тоже есть проблемы, потому что я с одним камазистом уже разговаривала, мне дала эта девушка номер телефона, турчанка. У него цены... Я не скажу, что дешевый, я не знаю как. Может, он для своих привозит подешевле. Может быть, тоже есть такое. Или через знакомых как-то что-то. В общем, когда он мне сказал, мне, если честно, дешевле даже вот килограмм по 5 долларов получать. Как-то так. 5, иногда 6, иногда 5. В общем, там тоже не всегда стабильно. Вот такая вот печальная у меня новость. И еще заказала 3 килограмма. Да, Аллах, они, может, доедут. Такая, не знаю. Это как бы я просила людей, да? А, вот. А уже придется заказывать так. Ну, как за приличную сумму. Конечно же, оно доходит. Ну, как-то так вот. И еще просьба поесть ассорти глин. Мы обязательно с вами покушаем после праздников. И сделать меловую глинно-меловую кашу. Нет, салат. Так написали салат. Я еще думаю, что такое салат бывает? Такая думаю, как его, наверное, кусочками надо все это закинуть в тарелку, да, и залить майонезом, да, такая глиняным майонезом. Да, вот. Это тоже мы с вами покушаем обязательно. А, так что у нас будут впереди хорошие видосики. Это вот из-за того, что был пост. Вы знаете, что я не могла есть такие глиняные смеси уже. Ну, не тянуло просто. Не знаю почему, но не тянуло. А теперь я думаю, что все восстановится и будет все нормально. Вот. Видали мое сооружение? Какое сооружение придумала. А, еще я записывала вчера вообще-то видео, хотела выпустить. И вы знаете, что я забыла снять это платьишко-то с телефона, да? Это я так уже... Чехол этот. И у меня, когда там чехол, микрофон, я... Не берет вообще. И без звука записалась. Вообще не достает там, видимо, до каких-то точек. И вчера я записала видео, и пришлось сразу его удалить. Я такая уже сразу удалила. Раньше, когда я так записывала, и так прямо расстраивалась, думаю, без звука записалась, блин, такое видео там. А сейчас уже нет у меня такого.
И смотрю без звука, думаю, ой, опять началось. Такая взяла, сразу удалила. В общем, видео там было. Тоже кушала вчера мелочки. Глотала и запивала также персиковым соком. Очень вкусно получается, очень. Мне прям понравилось. Прям, наверное, прям можно периодически запивать персиковым соком. И вообще вот соки, которые такие густые, когда вот ты запиваешь мел, почему-то идет хорошо. Очень вкусно получается, очень. Не знаю, вот, например, густой йогурт, да, он же тоже густой, тоже очень вкусно. Персиковый сок отлично подходит с мелом, просто супер. Попробуйте. Очень вкусно, реально. Вот, ну что, теперь я сейчас пойду в гости, пригласили нас в гости. Меня там, сестра. В общем, мы пойдем по гостям. Обычно у нас же на третий день женщины ходят, да, на четвертый день. А здесь нет, здесь нас пригласили, мы пойдем в первый день. Ой, вообще. Купила микрофоны, девчонки, 3 штуки. Думаю, ну один за одним все равно, да, что-то происходит. Вот таких. Вот такие 3 штуки я купила. Здесь еще 2. Сейчас покажу. В общем, все одинаковые. Ой, там еще где-то один. 3 взяла. И что вы думаете? Я его подключила, попробовала поговорить. И там какой-то прям вот звук, такой гул как будто бы слышно. Не знаю почему. Попробую потом 2 подключить, проверить. Ну, мне же везет насчет этого, вы знаете. С микрофоном мне вообще везет. Вот этот микрофон мне очень понравился, но я хотела купить вторично, пошла туда, но его не было. Я его покупала за 80 лир. Вот. Ну, не было такого. Вот. Но он тоже уже начал гундозить, понимаешь ли, да? Как-то так. Ну, ладно. Дианарым. Северым опером бераскунуштум, да. Таким пчелырым истеди тебеш киль. Фарклы-фарклы киллян ие билирнесин дия. Таби онлар хепсе олачак. Шимди байрамдан сонра иншалла олур. Хэмде фарклы салата. Салата япармысын дия тебешерден ве килден. Она да япарыз. Бэрэбэр иичас. Сіз білян. Тебешир векил, сонра соуслу беле. Салата. Соусы килден япил йоп. Я. Салатаны ке маземелері да кил ве тебешир. Иште беле. Бізде беле. Бізде мутфак беле. Оны да еджаз. Спарыш верділер. Такип чылырым. Йорымды яздылар. Сөледім, яны... İnşallah bayramdan sonra yavaş 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 hepsi olacak. Şimdi bizi misafir olarak gidiyoruz. Ablam, kuzen ablam var burada biliyorsunuz. Hepimiz gideceğiz. Bayram kutlamaya. Bugün hep yer kapalı maalesef. Öyle bir şeye pek alışkın değiliz ama... Bizde kapanmıyorlar. Hiç, mesela hiç kapanmıyor. Öyle bir şey yok. Yani bu da doğru. Herkes kutlamak, yani bayram olarak kutlamak lazım tabii ki. O da doğru. Ama bize biraz yani alışamadık ya. Alışıyoruz işte. Her şey yavaş yavaş. Sonra sizden bir şey soracağım. Sonra. Cevap bekleyeceğim sizden. Öyle mi ya değil mi diye. Ну что, мои дорогие. Ой, прям здесь глина так смотрит на меня. Хочу немножко ее поесть. Не знаю. А потом вот эти вот... Ну ладно, хотя бы чуть-чуть, да. Туркестан попался. Классика. Туркестан классика я не очень люблю. Я люблю только Туркестан белый и Туркестан плитки. Белый мягкий.
Вот. Остальные Туркестаны я не люблю вообще. Не знаю, но они мне не нравятся. У меня есть одна покупательница здесь. А, ей нравится Туркестан Классик. Очень нравится. И плитки она берет иногда. Вот я ей предлагаю, я ей отправляла чуйскую. Чуйская она тоже, она очень вкусная. Не хочет. Не знаю, почему. Для меня эти вкусы практически, ну как соседи, да? Она нет, она говорит, мне только Туркестан. Ей плитки, говорит, классик и плитки. Я ей отправила, я опять же ей кусочек отправила в подарок чуйскую. Ну, не знаю. Чуйская мне нравится очень. Очень. Не знаю почему. Вот это чуйская вроде. Угу. Чуйская киль. Тады мухтища. Тосто прак. Чук сэвидим. Нереально вкусно. Девчонки, кто не пробовал, попробуйте. Кто любит жирные сорта, это не для вас точно. Кто любит сухие сорта более, наверное, я так думаю, не знаю. Мне кажется, вот больше подходит, потому что он такой... Ну, он вроде как, когда ешь его, он сухой. А потом он превращается в такую массу. И становится немножко как бы жирненький, что ли. Угу. Ну, залипает, конечно. Вот в глинах вот это мне немножко. То, что залипает. Есть такое дело. Очень вкусно. Чукся. Ну ладно, мои дорогие, буду прощаться с вами. Потихоньку буду собираться. Погода у нас 20 градусов, говорят. Ну не знаю, где там 20. Что-то немного то пасмурно, то как-то. Вот как-то не так. Люблю, целую, подписывайтесь, ставьте лайки. Благодарю вас, что вы смотрите меня, что вы пишете комментарии. Спасибо вам большое. Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего. И все, что вы мечтаете, пусть сбудется. Диана Рымчук, тысячи хрюдером, эпиром, сэвиром. I love you. Будем прощаться.